Вообще, я всегда наивно думала, что человек сначала учится, а затем уже получает работу. Во всяком случае, если он претендует на квалифицированную работу, например, в сфере финансов и инвестиций. У Гарри и Меган все почему-то наоборот. Они сначала сообщают, что заключили сделку с компанией Ethic, которая занимается этическим инвестированием в социально ответственные компании. В том числе консультируют своих клиентов, куда выгоднее вложить деньги, да так, чтобы еще и чувствовать себя порядочным человеком. Не во всех случаях, конечно. После того, как стало известно о том, что Сассексы заключили сделку с этой компанией, став ее партнерами по влиянию и инвесторами, выяснилось, что этичная Ethic вкладывает средства в предприятия, производящие оружие, и в фирмы, поставляющие буровое оборудование для нефтегазодобывающих компаний, наносящих существенный вред экологии. Но это уже на совести Ethic, заявление которой, какое сходство с Сассексами, расходится с делом. А тем временем королевский корреспондент Нил Шон сообщает, что принц Гарри и Меган Маркл, став партнерами и инвесторами Ethic, решили постичь нюансы этой сферы деятельности и намерены учиться в финансовой школе. Сославшись на источник, близкий к Сассексам, который утверждает, что пара решила узнать как можно больше о финансах, чтобы лучше справиться со своей новой работой. Гэн Шон сказал: «Надежный источник, близкий к паре, сказал, что они не просто берут на себя роль в банковском деле, чтобы сорвать куш и уйти в закат. Они намерены учиться, чтобы изучить мир этического банковского дела. Приятно слышать, что они действительно всерьез подошли к делу, но некоторые люди проводят годы и годы, чтобы разобраться в сфере финансов. Но если они не будут этого делать, то ничего кроме своего бренда они не смогут предложить этой сравнительно молодой компании Ethic. Конечно, и это будет работать, будут съемки для телевизионной и печатной рекламы, посещение каких-то встреч в поддержку Ethic. Что ж, это их право использовать такую возможность, пока их бренд раскупается как горячие пирожки, аплодируя Сассексам стоя, за то, что они не теряются и зарабатывают на этом. Но гораздо убедительнее они будут звучать, если публика будет уверена, что Гарри и Меган разбираются хотя бы в азах банковского дела и инвестирования.